Сегодня у нас распаковка, распаковываем зажигалки. Заказал подарок на одном сайте, у одного продавца, на Алиэкспрессе одного продавца. Почему-то у других я не нашел зажигалок. Сейчас заказываю подарок, вот она, тут три, тут две зажигалки и еще тут, кроме зажигалки, гравировка, ну, для детей, посмотрим, что будет. Запаковано очень хорошо. Пырку. Так, сейчас мы тут пырку. Открываем. Так, начнем. Ух ты. Так, я заказывал вот. Вот это я не заказывал, это подарок. Скорее всего, на штуку какой-то. Вот эта зажигалка, но я думаю, она сейчас не будет. Да, она не будет работать, потому что нет газа. Газа у меня тоже нет, но я полагаю, она рабочая. Затем такая маленькая зажигалка. Ее удобно пачку сигарет положил такую. И вполне не надо карман заполнять зажигалками. Мне она понравилась. Стоила 120 рублей. Такая она увесистая. Надежная. Был бы у меня газ. Сейчас показал бы, как она работает, но газ покупать я не стал, смысла не вижу. Так, вот зажигалка, вот эта вот. Вот для такой коробочки, это как на подарок. Можно использовать как подарок. Но она, вот инструкция есть. Угу. Там очень много всяких зажигалок в виде спиннеров. Я ссылку дам на продавца и на зажигалки, на товар тоже. Так, тут коробочки мы видим, вот такие штучки. Честно говоря, не знаю, что такое. Ладно, я зажигалку распакую. Все равно. Как спиннер можно использовать. Так, что мы имеем? Тут, о, вот, она заряженная оказалась. Когда открываем, и здесь горит. Это чисто стоило на 800 рублей для прикуривания. Удобно, что на ветру. Все, сел. Батарейка села. Да нет, не села. Просто она сама выключается, видимо. Ух ты. Кстати, очень хороший подарок, рекомендую. Посмотрю, что. У нее, а, это, скорее всего, это запчасти. Видимо, она может перегореть, вот эта вот штучка. Понимаю, она легко вытаскивается. Это делать не буду. Но это все делается элементарно. Вот здесь вот, ага, это фонарик. Здесь кнопочка для фонарика. Как нажимаем, фонарик загорается. Ну и можно вот так идти. И в качестве спиннера. По-моему, очень достойный подарок. Она увесистая, ну, грамм может 500, 200 точно. Раз. Хорошо, что нам пришла коробочка. Ну, вот мы штук зачем-то в подарок подарили, прислали, ну ладно. Все это упаковываю. Так как заказывал, это и не себе. Посмотрел внимательно коробочку. Тут можно достать. Вот, в коробке такой поддон. Фирменным знаком фламинго. А в поддоне лежал зарядник и шнурок USB. Я думал, ну, обычно он как смартфоновский. Здесь идет. Очень приятно. В руке приятно. И на людях выглядит красиво. Если при людях так. Или дать прикурить. Там есть еще разные зажигалки, более дорогие, с бензиновые. Заходите на сайт продавца, выбирайте. У нас там на любой вкус и свет. Я решил эти две взять. Одна для дома. Ну, можно, в принципе, в кармане держать, другая. В пачку сигарет положил. Тут, правда, газ нужен. Это хорошо, что газ не нужен.